Добрый день, дорогие друзья. Канал Елена и Евгений. Сегодня мы на Бендерском центральном пляже. Ну вот выходной день. Сейчас мы пройдемся. Видно, сколько машин. Пройдемся по пляжу. Днестр. О, вдалеке видно мост, соединяющий Парканы и Бендеры. Там он бунгал, шашлыки жарят. Сейчас колючки залез. Вылазить отсюда. Много колючек вот здесь. Они впиваются, надо в шлепках ходить. Крепость вон вдалеке видна. На солнышке рыбаки рыбу ловят. Сейчас вот так и пойдем по пляжу, чтобы показать, сколько народу. На выходной день пришло, все купаются с детками. На той стороне вон рыбаки тоже рыбу ловят. На турники вон ребята занимаются на турниках. Сегодня погода такая. Солнышко то выходит, то заходит, тучки на небе. Ну, ветра нет, нормально. Днестр такой средний. Сейчас пройду до конца. Детки купаются. Смотрите, сгорите так. Машин много, негде стать. Места, в принципе, хватает, можно еще дальше растянуться в другую сторону. Сейчас дойду до самого конца, посмотрим, что там. Здесь раздевалки, обмыться можно. Вода всегда есть. Сейчас, кстати. Опа. Хорошая вода, холодная. Сейчас я зайду к границе поста. Сейчас я зайду. Мусорка, все есть. Выносная торговля тоже. Приезжают генератор, наверное, не дают возможности подключиться к электросети. Они со своим генератором приезжают, запускают его периодически, чтобы холодильник вот он как раз разматывает. Квас, мороженое. Вы генератором, да? А что, не дают вам разрешения? Ну, не дают, да. Ну вот, жалуются ребята. Не могут нормально бизнес вести. Две торговые точки, одна вообще закрыта. Одна работает.
спасательный пост. Там остановка. Ну, кстати, детская зона купания. Добрый день. Добрый. Вот навесики такие хорошие от солнца. Ну вот для деток огородили. Выделили зону решетками. Огородили, чтобы они не уплывали дальше. Спасатели дежурят постоянно, вот спасательная лодка. Ну вот видно, и дальше народа тоже много. И навесики везде такие, и не один. Прям так. Раздевалка. Нестер такой средний, как заходишь в воду, вроде прозрачная, средняя мутная. Вышка. Песочек, все чисто убрано. Сейчас до конца дойдем, посмотрим, что там в конце. Здесь музыка. Там на повороте. Там раньше была, кстати, тарзанка. Сейчас посмотрим, есть там тарзанка или нет. Здесь в деревьях можно укрыться. Песочек такой хороший, вот я вижу. Мягенький, без камней. Вот, почти до поворота дошел. Спущусь пониже. Здесь уже народу меньше, чтобы не мешать. Некоторые не хотят попадать в кадр. Здесь Нестор огибает. Вот, не знаю, передает камера, вода видна какая. Она прозрачная. И шашлыки там жарят наверху. Здесь сделали такой помост для прыгалок. Ну вот, дошли до поворота. Здесь кто хочет шашлыки пожарить, укрыться от глаз людских, как бы сюда приходит. Наверное, не знаю никого, не буду здесь смущать. Посмотрю, чтобы как бы это... Днестр смотреть, не будоражит народ здесь. Так, ну все, Днестр там огибает, уже уходит, там уже практически никого нету. Вон видно, грибцы грибут.
девочки, кстати. Вот так даже на выходной день. Ребята тренируются. Вот эти бендерская грибная. Ну все, я уже возвращаюсь. В общем, так вкратце показал. Кому интересно, кто давно здесь не был. Давно не приезжал. Интересно будет посмотреть, какой сейчас центральный пляж города Бендеры. Со своей инфраструктурой.